Я вітаю глядачів каналу Миколаїв. Це програма «Це вас хвилює». Я Тетяна Мілякіна. Як завжди, по середах ми присвячуємо наш прямий ефір юридичним питанням. І сьогодні торкнемося питань надання права учасникам бойових дій, в тому числі учасникам АТО, на безоплатну правову допомогу. Хто саме має право на таку безоплатну правову допомогу? Я хочу представити гостей нашої студії. Олена Тиховод, начальник відділу правової інформації та консультації другого Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, та Іван Чепотарьов, адвокат. Вітаю вас, панове, дякую, що ви сьогодні в нашій студії. Маємо таку тему актуальну, тож думаю, що будуть на телефоні дзвінки до нашої студії. Телефон 76-92-42. Якщо ви зацікавиться темою, я нагадаю, право учасників бойових дій, в тому числі учасників АТО, на безоплатну правову допомогу, тож телефонуйте до нашої студії, експерти відповідатимуть. Пані Олена, перше запитання до вас. Давайте нагадаємо нашим глядачам, що, власне, таке безоплатна правова допомога і кому вона надається згідно з чинним українським законодавством. Так. Безоплатна правова допомога – це правова допомога, яка надається за рахунок держави. Безоплатна правова допомога включає в себе первинну правову допомогу та вторинну правову допомогу. Первинна правова допомога – це роз'яснення, консультації, допомога в складанні документів непроцесуального характеру. Ну, наприклад, це може бути скарга, або заява, або претензія. А вторинна правова допомога – це представництво інтересів судді та складання вже процесуальних документів. Наприклад, це позовна заява до суду. Статтею 14 Закону України про безоплатну правову допомогу визначено коло осіб, саме хто може скористатися безоплатною вторинною правовою допомогою. Тобто це не для всіх, так? Є певне коло. Первинна правова допомога надається незалежно від категорії, а вторинна правова допомога – так, певна категорія. Як я вже казала, стаття 14 Закону про безоплатну правову допомогу визначає саме коло осіб. Зокрема, це малозабезпечені особи, дохід яких не повинен перевищувати 2 прожиточних мінімумів, інваліди, пенсія яких також не повинна перевищувати 2 прожиткових мінімума, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, внутрішньопереміщені особи, особи, які звернулися із заявою про взяття їх на облік, внутрішньопереміщених осіб, ветерани війни, особи, які звернулися для отримання статусу учасника бойових дій, особи, що мають особливі заслуги та особливі заслуги перед батьківщиною. Чи належить саме до цієї категорії учасники АТО? Хто так, має право на безоплатну право? Належать суб'єктами право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги є така категорія ветерани війни та особи, на яких поширюється дія закону про статус ветеранів війни, їх гарантії соціального захисту. А саме це учасники війни, інваліди війни, ветерани війни, учасники бойових дій, члени загиблих, сімей загиблого. Які, давайте роз'яснимо, які все ж таки документи необхідно надати учаснику бойових дій, аби отримати безоплатну правову допомогу? Для того, щоб отримати безоплатну вторинну правову допомогу, необхідно надати наступний пакет документів. Це паспорт, ідентифікаційний код та посвідчення, яке підтверджує те, що дана особа має цей статус. Прийти до вас, написати заяву, власне, ви можете нам сказати адреси, куди звертатися? Так, для отримання безоплатної правової допомоги необхідно звернутися до місцевих центрів. Другий місцевий центр знаходиться за адресою міста Миколаїв, вулиця Космонавтів, 61, це зупинка 12-та повздовжня, телефон 44-54-60. На телефон прямого ефіру 76-92-42, якщо у вас є запитання до наших експертів, будь ласка, телефонуйте, ми працюємо в прямому ефірі. Пані Олена, ще таке питання, скажіть, будь ласка, ну, спочатку цього року 2 місяці, 1,5 місяці, наскільки активно люди звертаються по правову допомогу безоплатно? Люди дуже активно звертаються. З яких питань?
Значить найпоширеніше. Ну, якщо брати цю категорію, то найпоширенішими питаннями це реалізація права на землю, на житло, грошове забезпечення, виплата грошового забезпечення, пільги на транспорт, на комунальні послуги. Тобто різне коло, так, питань поширене. Ну, давайте, пане Іване, розпочнемо, власне, торкнемося конкретно теми право учасникам бойових дій, в тому числі АТО, на безоплатну правову допомогу. З яких питань звертаються учасники АТО до другого центру безоплатної правової допомоги і, можливо, особисто для вас, оскільки ви працюєте адвокатом? Ну, что тут сказать, что в моей практике есть несколько обращений участников АТО через центр безоплатной правовой помощи. То есть центр дает поручение. В частности, я приведу несколько примеров. Один из них это по земельному вопросу, как уже сказала Елена. По земельному вопросу, значит, по тем или иным причинам участники АТО не могут получить земельные участки. То есть это может быть как и семейные проблемы, так и юридическая безграмотность, так и разные вопросы, в общем, по которым так или иначе они вынуждены обратиться за помощью в центр правовой допомоги или к адвокатам. Зачастую эти вопросы решаются в порядке досудебной помощи, так сказать, отправляются запросы. В ответах на эти запросы мы получаем разъяснение для себя этой ситуации в целом и понимаем, что нам делать дальше. При необходимости, если этими запросами мы не получили должных ответов, не получили должного результата, то вынуждены обращаться в суд. В обращении в суд, в принципе, уже достигаем нужных результатов чаще всего. Люди остаются довольны. Еще что надо, наверное, сказать, что для обращения в суд инвалиды АТО, участники боевых действий обращаются бесплатно, судебный сбор не оплачивают. Участники АТО, которые по тем или иным причинам еще не получили статус участника боевых действий, оплачивают судебный сбор в размере 640 гривен с 1 января 2017 года. Ну и второй такой немаловажный вопрос, который касается обращений в центр и ко мне в частности, это земельный вопрос, получение земельных участков. Земельный, это я первый Я сказал, же да? сказала напрасно отсюда. Вопрос касается того, что человек не может уволиться из вооруженных сил в связи с тем, что, значит, нет указа о демобилизации, указа президента о демобилизации. Тобто мобілізовані, так, То есть, люди? да, получается, если по ступеням разложить, то сначала мобилизовали его, после чего ввели особливый період, он, кстати, на сегодняшний день действует. Потом заканчивается у него контракт, срок действия контракта, который утвержден двумя сторонами, воинской частью и военнослужащим. И он приходит и говорит, я хочу уволиться, а хочу уйти заняться гражданской деятельностью, а его не отпускают, так сказать, Ну, из вірогідно, для цього вооруженных одного сил. бажання треба Да, бути якась ну, законодавча а підстава. вот здесь вот мы сталкиваемся с тем, что нет указа о демобилизации президента, и в связи с этим человек вот вынужден служить, продолжать служить дальше. Ну, опять же, эти вопросы пытаемся сначала урегулировать в досудебном порядке, то есть пишем запросы адвокатские на воинскую часть, на Министерство обороны, получаем ответы, если они нас не устраивают, тогда приходится обращаться в суд, а в судебном порядке, в принципе, в этом плане все понятно, потому как
Гражданский кодекс подразумевает расторжение контракта по истечению сроков. Тобто в контракте має бути офіційно підписано, має бути строк, так? Строк, прописаний обязательно, строк. Да, есть срок, который, когда заканчивается, то военнослужащий, любой гражданин имеет право закончить отношения по нему и... А указ президента тоді в такому випадку? Указ президента о демобілізації, якщо мені не зміняє пам'ять, останній був 28 сентября 2016 року. Цим указом демобілізувався третій етап мобілізації. Тобто, остальні етапи, які були, на сьогоднішній день так і вимушені служити. Ну, мені цей питання, центр поручав мені цей питання в... В середине 2016 года мы решили его... В общем, на користь військовослужбовців, да, так, да, закінчити контракт. В пользу истца, да. Закінчився контракт в том плане, что, ну, опять же, обращаю внимание на то, что Гражданский кодекс подразумевает расторжение контракта по истечению его срока. Вот в таком плане. Наступное питання, какие пільги на сьогодні існує для учасників АТО? Я знаю, що там згідно з чинним законодавством достатньо великий перелік. Ну, давайте торкнемося конкретних пільг. Да, значит, пункт 19 статті 6 законом України про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту существует. Статья поясняет, что участник, любой военнослужащий, который проходил участие, принимал участие в антитеррористической операции, может получить статус участника боевых действий. А вот участники боевых действий уже имеют около 20 государственных льгот, ну, так сказать, на которых я могу привести основные из них. Это материальная помощь к 5 мая, по-моему, на начало 2017 года она составляет 920 до 1000 во всяком случае. В 2017, 2017 году 920 гривен, по крайней мере, около 1000 получают все участники боевых действий. Получают скидку 75% на коммунальные услуги. Бесплатный проезд в общественном транспорте, бесплатное получение некоторых медицинских препаратов, бесплатное зубопротезирование, получают первоочередное получение жилья, также раз в два года имеют право на бесплатный проезд авиа, ЖД, авто, мор или речь транспорта. То есть вот такие основные льготы. Также сохраняется место работы, это выполняется тоже, в том числе со всеми остальными льготами. Сохранение, значит, места работы со средним заработком. Це за наявності статусу учасника бойових дій. Наскільки складно ви можете з особистого досвіду або не складно оформити такі документи, що, власне, необхідно для цього? Наскільки мені відомо, в принципі, є при імені, так сказати, документів, коли є у учасника АТО документи, які підтверджують його участь АТО непосредственно, в принципе, в этом нет проблем. То есть, причем, что немаловажно, что нахождение в АТО, неважно, сколько он там находился. То есть, это может быть и один день, и месяц, и год, и это подтверждает то, что он был участником АТО. Опять же, выдается справка ему, в этой справке обозначено, что он там был для прохождения воинской службы, а не по каким-либо другим причинам. И при том, что он будет иметь эту справку, в принципе, он обращается в военкомат, и проблем никаких с получением в моей практике, по крайней мере, не было. Хотя в центр обращаются с такими проблемами, потому что так или иначе... Зверталась, так, да? Так, да, вы можете утвердить. Так, еще одно такое питание. Хотелось бы торкнуться, чи має
право, ну, стосовно банківських, фінансових вже установ, чи має право банки нараховувати пеню за, ну, взяли люди кредит, не змогли своєчасно погасити кредит. Чи нараховується пеня на погашення кредиту бійцю, який перебуває в зоні проведення АТО? Вопрос очень актуальный, потому как с 2014 года банки на самом деле сейчас не очень спешат давать новые кредиты участникам АТО, потому как в 2014 году был принят закон о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей, в который предусматривает возможность не платить проценты, пеню и штрафы по кредитам на время участия в АТО. То есть, получается, единственное, что только очень важно, что при том, что военнослужащий знает, что он в ближайшее время будет ехать в зону антитеррористической операции, он должен прийти в банк и написать заявление о том, что на время моего присутствия в зоне антитеррористической операции прошу не насчитывать мне проценты, пеню, штрафы за неуплату. И тогда это все нормально. Немножко тяжелее получается тогда, когда уже по возвращению из антитеррористической операции, то есть не предусмотрев этого, этого нюанса, человек уезжает или был вынужден уехать как-то срочно, не было времени на то, чтобы предупредить банк. То есть немножко тяжелее получается, когда уже по приезду он приходит в банк и говорит, я был, находился в зоне проведения антитеррористической операции, в связи с чем прошу аннулировать проценты, начисленные по кредиту, пеню, штраф. Ну, то есть там уже получается не очень приятно, когда человек берет, скажем, 10 тысяч в кредит, а по приезду из АТО у него получилось 30, и теперь нужно вернуть это назад. И вот там уже нюансы, хотя на основании закона с 2014 года банк обязан снять, так сказать, эти проценты по кредиту. В будь-якому випадку має відбутися діалог, так, між людиною і фінансовою установою. Це обов'язково має бути заява чи, можливо, усне якесь. Он должен написать заявление обязательно, это все в письменном виде делается, и тогда банк рассмотрит это все, потому как в устном виде все-таки. Недостатні, да, цієї форми. Скажіть, будь ласка, ну, так сталося, що на протягом 2016 року деякі банки зникли з фінансового так світу України, скажімо. В цьому випадку що робити учасникам АТО? З ким вести цей діалог? У банков, как правило, есть правопреемники, в первую очередь государством предусмотрено правопреемничество банков, и все свои, так сказать, вопросы потом помогает государство, эти отвечает по этим банковским питанням, да, все узгодження всіх банківських питань. Да. Или происходит слияние банков, может быть, как один из вариантов. Ну, то есть, вот так вот. Скажіть, будь ласка, а члени родини можуть звернутися також з письмовою заявою, якщо є, можливо? Да, да, члени родини. Який механізм цього звернення? Они приходят, ну, опять же, тут важно то, чтобы в банке были подтверждения того, что он там находится в антитеррористической операции, военнослужащий. То есть подтверждениями на сегодняшний день является вот эта справка, которая, в которой указано с такой-то даты по такую-то участвовал в антитеррористической операции, проходил воинскую службу для защиты суверенитета, государственной целостности, там все такое. То есть сам весь смысл этого заявления заключается в том, что должны быть доказательства. А доказательствами является подтверждение участия в АТО. И если приходит родственник, то у него должны быть эти документы. А они, как правило, появляются уже тогда, когда военнослужащие заканчивают эту службу, там,
То есть, вот... Все одно моя особиста особа, да, звернутися. Скорее всего. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, я знов-таки, судячи з особистого досвіду адвокатського, юридичного, наскільки чи повноцінно учасники АТО отримують юридичну допомогу, яка встановлена законодавством? Я думаю, что полноценно, благодаря, опять же, работе центров безоплатной правовой допомоги, потому как все-таки эти центры, конечно, это большой плюс в том, что они есть. Второй центр вот оказывает очень, насколько мне известно, мне звонят с поручениями. Я иногда вынужден от них отказываться, потому что не всегда есть время. Но у нас есть дежурство, и на основании дежурства, то есть адвокат дежурит конкретный день, и дается поручение, он должен взять и работать, и помочь человеку. И зачастую это так и происходит, ну не зачастую, а всегда, в общем-то, это так и происходит. То есть это касательно безоплатной помощи. Также есть платная помощь, которая любой гражданин, и в том числе и военнослужащий, и участник АТО, может прийти и обратиться. И, в общем-то, так как законом, на мой взгляд, законом сейчас предусмотрены все вот эти вот возможности участников АТО получить свою материальную помощь, льготы и все. То есть, поэтому нужно только направить это в нужное русло. То есть... І це робиться центрами безоплатної правової допомоги в тому числі. Ми торкнулися питання земельних ділянок, пільги банківських установ. Ви знаєте, ну, доволі часто можна зустріти в інтернет-просторі. Учасники ОТО відмовляють там пільга безкоштовному перевезенні, да, в маршрутках та маршрутних таксі. Приклади цих, наскільки часто ви звертаєтеся? Ну, тут такой вопрос. Я недавно ситуации из жизни ехал в маршрутке. Заходит военнослужащий в форме с военным рюкзаком, просит передать, садится сзади меня и просит передать за проезд. Я поворачиваюсь к нему и говорю, почему не пользуетесь льготой бесплатного проезда? Он говорит, ну тут же ж водитель пришел для того, чтобы не просто покататься, а пришел для того, чтобы прокормить свою семью. Поэтому, понимая это, и мне платят зарплату, и ему надо платить зарплату. Поэтому вот так вот передаю за проезд. А тем не менее, невзирая на это, вторая сторона медали, это мы сталкиваемся, вторая сторона медали, то, что мы сталкиваемся все-таки в интернете, видим ролики, когда, предоставляя удостоверение участника боевых действий, заходит военнослужащий в общественный транспорт, и ему водители отказывают в проезде. То есть тут просто... Людьми надо быть и понимать ситуацию в целом и, так сказать. Зрозуміло. Пані Олена, ще раз, ви на початку нашої програми говорили, куди, власне, звертатися до центрів з надання безоплатної правової допомоги. Ще раз давайте нагадаємо наприкінці вже нашої програми. Адреса 2-го Миколаївського центру, місто Миколаїв, вулиця Космонавтів, 61, це зупинка 12 повздовжня. Телефон контактний 44 54 60. Я вам дякую, запрошую ще до наступних програм, можливо, з інших тем, адже зрозуміло, що в юридичному правовому просторі достатньо проблемних питань, аби висвітлювати їх, ну, звичайно, на нашому каналі. Я вам дякую, шановні глядачі, ми сьогодні говорили і спілкувалися з фахівцями 2-го Миколаївського центру з надання безоплатної правової, вторинної правової допомоги. Дякую за увагу, на все добре.